Уникальный, самобытный и самый южный Куйбышевский район вместе со всей Самарой отмечает День города. Район нравится, особенно в последнее время он очень стал чище, стало очень много цветочков здесь, благоустроенный стал намного. Праздничный концерт проходит на площади перед ДК «Нефтяник». Само здание сейчас на ремонте. Уже привели в порядок фасад, ведутся внутренние работы. Открытие ждут в конце сентября. И это только часть изменений. В этом году в районе отремонтировали основные улицы. Сейчас приводят в порядок внутриквартальные дороги. У нас с вами впереди очень ответственное мероприятие. Это чемпионат мира по футболу, который мы с вами, я надеюсь и уверен, что проведем великолепно. Ну и нам с вами такого драйва, позитива, и все у нас получится. Куйбышевский район не находится в стороне. Мы проводим и свои мероприятия, свой праздник. Соответственно, у нас видны изменения. На концерте выступили местные творческие коллективы с танцевальными и вокальными номерами. Самые активные жители, поддерживающие порядок и чистоту во дворах, получили награды от района и городской администрации. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События.